времени, правильно? Конечно. Ну, если нету отсоса воды, если мы там, так если не забиты, сколько этому будет? Дело не в возрасте дома, дело в том, что во всех квартирах сделан ремонт. Все квартиры у меня трое. Единственная труба не поменяна, это твой аппарат, и старая стоит. Но это там. Да, да. Но она же все равно функционирует. Конечно, конечно. Через нее должна осуществляться сброс воды. Она фактически не осуществляется. То есть вода доходит, вода давит наверх, ну, 4,5 атмосферы доходит сюда. Это опускается вниз. То, что нагретое, идет сюда, а то, что там через эти дырочки, и туда идет холодная вода. То есть здесь остается холодная вода. То есть нет циркуляции воды. Да. Из-за трубы обратно. Нема циркуляции воды. Вот ее надо менять. Все. Нема циркуляции воды. Так, хорошо, кто это будет делать? Ну, я точно не знаю. Я спрашиваю, но если это так, кому обращаться? Вам же сказал, экология ГЭС сказала, что это будет менять аварийка. Они написали, что подрядная организация. Ну, это и есть наша подрядная организация. Послушайте, я позвонила в аварийку вчера, она сказала, вам дали тепло 3 числа, и не будут варить и переваривать ничего, потому что начался отопительный сезон. Это были на словах. Чего я позвонила вашему Максиму Анатольевичу? Ну, я после этого позвонила ему. И я говорю, вы же нам написали, что подрядная организация будет творить. А получается, что они нам сказали, вот винта, ваша заявка снята. Ольга Михайловна. Он говорит, я вам, ребят, я говорю, у нас получается вода горячая подходит на счетчик. Счетчик считает горячую воду, а дом холодный. Что же мы будем делать? Поэтому он попросил, чтобы он приехал. Вы поняли? Не, я вас понял прекрасно. Но может быть же такое, что где-то застой на 5-х этажах. Может? Может. Может. Вот я и приехал посмотреть. Хорошо, может, пожалуйста. Может, оно работает. А вы нам в тот подъезд тоже пойдете? У нас там, ну, конечно. А что там? В тот подъезд ничего не решит. Нет. Что такая же штука. Может, там надо тоже... Ольга Михайловна, вам русским языком объяснить. Подожди, что здесь... Следующий человек уже приехал. Он же должен посмотреть и в том, и в том этаже. Но здесь беда, в трубе обратки. Хорошо, он сегодня будет делать трубу обратки. Нет, никто не будет. Для того, чтобы обезопасить себя, ищите организацию, которая вам засвидетельствует, что у вас в квартире не та температура, не положена температура. В прошлом году, прости. Официально, с печатью, со всем этой ерундой, все. И вы на официальном уровне не платите за отопление. Будьте здоровы. Вот она, в суд обращается. Толку есть. Я не могу обратиться в суд. Мне не бывает. При чем здесь суд? Для того, чтобы обратиться в суд, у него должны быть определенные документы, с которыми должна обратиться в суд. Да. У него есть документы? Да. Нет, кто? Нет. А кто? У него нет документов. А кто даст такие документы? Вот была у нас комиссия тепленера, а дальше... Ищите, так, ищите, это просто эти молодой человек, я понимаю, как вам настоит... Ой, прости, вот, понятно. Это самое, это видно, слушайте, пишите, говорите, как вы думаете. Тогда говорите, говорите. Пошли, да, говорите. Запись идет. Говорите вы. Нет, я ничего не говорю. А чего, она записывает, что ли? Ну, наверное. Да. А что вы записываете? Все вы записываете. Ну, а да. Короче, говорите. Ольга Михайловна, ищите организацию, которая вам выдаст заключение, потому что у вас уже будет температура не соответствует норме. Все, с синей печатью, с подписью хорошо. Этой самой, и с подписью.